Доброго дня, дорогие гости и подписчики моего канала! Сегодня у меня миндальный пирог с ягодами. Для его приготовления нам понадобится 180 грамм размягченного сливочного масла, 140 грамм сахара, все взбиваем и добавляем по одному яйца, всего 2 яйца. Все хорошо перемешиваем. В яично-масляную смесь добавляем 140 грамм обычной пшеничной муки просеянной и также 100 грамм миндальной муки. Все перемешиваем. Я добавляю поэтапно. Туда же добавляем 5 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем. Форму для выпекания смазываю сливочным маслом. Выкладываю в форму наше тесто. Сверху на тесто выкладываю ягоды. У меня малина и черешня. И отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов выпекаться 45-50 минут. Готовый пирог я обильно обсыпаю сахарной пудрой. Пирог вкусный, нежный, ароматный. Да, пирог удался. Посмотрите, какой он красивый, какой у него хороший цвет. Друзья, побалуйте себя приготовлением данного пирога. Он легок в приготовлении. Готовьте в удовольствие. До новых встреч!